Такого количества гандбольных болельщиков «Олимп» не собирал давно. Около 2500 человек пришло посмотреть на матч открытия сезона. Болел за «Скиф» и глава региона Вениамин Кондратьев. Молодые краснодарцы показали, что с опытным грандом биться могут. По моментам первый тайм равный. А вот по реализации чемпионы России сильнее. Несколько неудачных семиметровых, удары выше ворот и в каркас. Как следствие, 16-2 в пользу гостей перед перерывом. Много ошибок, много еще надо будет работать. Но самое главное, они не боятся. И у них есть точка, они говорят: ребята, мы выходим за Кубань сражаться, за наш край. На их это они как звери становятся. Жалко, что шашек нет. Во втором тайме краснодарцы свои моменты транжирить продолжили. Чеховские «Медведи» продолжили свои моменты реализовывать. И закономерно снова набросали больше. 15 гостевых попаданий против 13 хозяйских. Мне показалось, что они подустали во втором тайме, и мы за счет защиты вытянули матч. 31-25. Чеховские «Медведи» во второй раз в истории становятся обладателем Суперкубка России. Поквитаться с обидчиками «Скиф» теперь сможет только в октябре. 7 числа в Краснодаре команды сразятся в рамках Кубка России. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.